Путин высказался о пытках в российских колониях. Да, вот видите, предложил там на сайте Федерации статью ввести против пыток, да, и прочее, прочее, прочее. В общем, он недоволен, недоволен, недоволен. А руководителя Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области сделал генерал-майором. А тут как раз открыл пыточный конвейер. Иркутск – это самая пыточная область с точки зрения Федеральной службы исполнения наказаний. Хуже Саратовской, гораздо хуже. Но он его, видите, нормально назначил. Вот, Путин описал характер народа России. Да, описал характер народа, который, по его словам, помогал противостоять всем, кто посягал на земли страны. А что такое земли страны? В каком веке? Он имел в виду, посягал на земли страны. Да? Кто там посягал? Царь Петр? Екатерина II? Которые увеличили Россию кратно. А? Так, интересный он такой товарищ этот Путин, блядь. Дурак, дурак, а не дурак. Путин оценил санкции США против МФТИ. Да, вот заявил, что МФТИ ничем не угрожает безопасности США. И, в общем, санкции полная чушь. И прочее, прочее. Ну, Путин лучше знать, кто угрожает, кто не угрожает. Путин назвал рамочным законопроект о QR-кодах. Ну да, видите, вот регионам мы передали значительный объем полномочий на принятие окончательных решений. Окончательное решение очень хорошо прозвучало, да, прям по-гитлеровски, принятие окончательных решений. Помните, я вам говорил, именно это говорил, что они отдадут это регионам. Найдите, вот это еще один сбывшийся прогноз, да их миллионы этих прогнозов, я очень сожалею, что они сбываются так регулярно. Путин иностранный агент, не было правителя, подобного ему, кто бы уничтожал свой народ. Да, он еще вор и жулик, это впервые в истории России. Это я отметил давным-давно еще, что впервые в истории России царь вор. Да, были всякие, были сумасшедшие, были там какие угодно, да, злодеи были, а вот вор впервые. Я мечтаю о своем доме и сестренке, 6-летняя россиянка написала Путину. Ну, надо отправить ее в это, в Калинке Кабаевой, да, вот, в дворец, который Мабут принадлежал, да, который она в Ментоне получила от Газпрома. Газпром ей за долги отдал, можете представить, за долги, 100 там миллионов долларов или сколько, евро, 100 миллионов. Дворец стоит, отдал ей за долги.